И гостями из Липецка, командой ЛКС. Будем с вами надеяться, что футбол на каме. И они для себя открывают второй круг вот этим вот домашним матчем. Не со счетом 5-1. И сейчас как раз липчане в атаке. Гуляйкин. Удар. Это будет угловой. С капитанской повязкой, как обычно в этом сезоне выходит. Александр Эпштейн. Удар. 1-0. А команда Поморья занимает последнее, к сожалению, место. Но все. И, естественно, главной задачей коллектива Сергея Александровича Бажукова является выход. Снова Александр Дунец. Третье место. Финальный этап проходил на паркете Поморья. Низамудинова передача. Низамудинов раскачивает Елизарова. Артем Логинов на пол. Посмотрим за розыгрышами команды ЛКС. Фидан Низамудинов бил. Он его забрал. Логинов на Баскакова. Баскаков может пробить. Удар. Удар Стринов. Против него Кирилл Брянцев. Под правую ногу Фидан убирает. Нет, не получается у него пробить. Данил Баскаков под номером 9. Будет ли удар? На Брянцева. Хорошая скидка. И это момент! Гуляйкин. Дунец. Хорошая атака. Снова Гуляйкин с мячом. Удар! Александр Дунец. Будет разыгрывать этот угловой. Первый. Розыгрыш оказался не самым хитрым и не самым эффективным. И еще один. А вот это Елисеев бил по воротам. Снова Федон Низамудинов. Брянцев на перехвате. Здорово действует. Помогают ему партнеры. Брянцев на Баскакова. Баскаков заработал угловой. И заслуженные аплодисменты получает 9-й номер. Сей Елисеев, Низамудинов. Выходит на оперативный простор. Против него Данил Баскаков действует. Правой ногой мяч. С минимальной разницей 4-3. Данил Баскаков обращается к судье. Нам тоже всем показать. Хорошая передача до Кучаев. Артем Логинов спасает ворота. Александр Дунец. Снова 16-й номер с мячом. Ткаченко против него. Логинов спасен. Хорошо обработал мяч Александр Эпштейн. Против него Елисей Елисеев. Эпштейн. Удар! Артем Ковязин был тут как тут. Сергей Волошин. Федон Низамудинов. Хорошая передача на Александра Сурина. Хорошо в прессинге действуют футболисты Поморья. Назарова отличная передача. Артем Логинов спасает. И Исмаил Гибадуллин. Бадулин, Елисеева передача. Заблокирована. Контратака Низамудинов. Елисеев. Артем Логинов и Кирилл Брянцев на пару спасли своего. У мяча Федон Низамудинов. Константин Чащин также получил предупреждение. Хороший розыгрыш. И 1-1. Снова Кирилл Брянцев, против него Назаров работает. Удар Брянцева! Довольно-таки острая ситуация, что этот стенд оказывается крепче, чем перекладина ворот. Чаев, Александр Дунец, против него Эпштейн. А это уже фол. И Ткаченко против Гуляйкина. Гуляйкин с мячом, удар. Мяч докатывается до Артема Логинова. Очень редко, когда такое бывает. Станислав Ткаченко! Можно пробить! Баскаков, удар хороший! И гол!
Продолжается игра 10-го тура. Пари высшей лиги «Зона Запад», которая команда... Напомню, что Федон Низамутдинов — это лучший бомбардир высшей лиги на данную минуту. Низамутдинов. Елисей Елисеев с мячом. Прострел. Андрей Елизаров. Седьмым номером также появился Александр Сурин. Низамутдинов. Опасный удар. Поменялся во втором тайме вратарь у липчан. Ковыров, Глеб, удар. Артем Логинов спас, и Александр. Очень плохо на стандарте сыграли футболисты Поморья. Александр Дунец отдал хорошую передачу, а Кирилл Докучаев. Нужно успокоиться, конечно, футболистам Поморья. Артем Логинов спасает свою команду. У Баскаков здесь не получилось у него. Гибадуллин. Фидан Низамутдинов. Удар. Данил Баскаков заблокировал. У него плохая передача. Фидан Низамутдинов. И Александр Сурин выходит на вратаря. Но Александр Эпштейн доработал до конца. В половине поля Поморья был. Это всегда опасно, как мы знаем. Сурин. Удар. Снова Гибадуллин с мячом. Ткаченко здесь не выбил мяч. Брянцев дорабатывает до конца. Опасный подкат. Очень низко садятся футболисты Поморья. И позволяют очень легко владеть мячом на своей... Фидан Низамутдинов. Смил Гибадуллин. Александр Дунец против него. Андрей Елизаров. Неточный удар. Хорошо действовал в отборе. Очень активно. Но Брянцев выходит на простор. Елизаров. Можно пробить. Баскаков. И вот это уже стандарт. Низамутдинов, против него Кирилл Брянцев. Елисей Елисеев. Артем Логинов принимает удар на себя. Низамутдинов. Раз за разом Низамутдинов очень уверенно обыгрывает футболистов Поморья. Передача на Егора Зуева. А это первый фол. И не успевает он за 4 секунды. Хороший розыгрыш, Зуев мог забивать, отлично. Глеб Подковыров здорово обработал мяч, подействует в отборе. Ткаченко на чаще, можно забивать. И Леон Гиджуа спасает свои ворота. Включился так в отборе и... Сразу опасность. А здесь Елисей Елисеев под левой ногой мяч. Удар, Артем Логинов. Артема избавляться от мяча. Здесь в окружении троих был Данил Баскаков. А это пенальти. Эпштейн. Елизаров удар. Леон Гиджуа здесь спас команду. Эпштейн. Зуев. Совсем чуть-чуть не хватит. Конечно, спас свою команду после не самого лучшего удара Константина Чачина. Здесь Фидан Низамутдинов. Удар. Обводящий, опасный справа. Раз за разом он против Артема Ковязина оказывается. Очень резкий, мастеровитый и техничный футболист. Кирилл Брянцев перехватывает на Ковязина. Плохая передача. Ничего не остается тут Артему. И еще и фол. Логинов выходит. Здорово. Атака 4 в 3 могла развиваться. Брянцев. Удар. Мимо ворот. Чащин. Неточная передача. Ну что ж, дорогие друзья. А это пятый гол. Влетает. Точно заслуживают похвалы. Временем Баскаков с мячом. Удар. Леван Гиджуа еще раз себя проявил. Удар.
Леон Гиджуа еще раз себя проявил. Поблагодарим всех футболистов, поблагодарим и наших операторов.